Привет, друзья! Кто любит авокадо? А я очень люблю и представляю вам один из интересных рецептов салатов. Выбираю спелые авокадо. Для данного салата мне нужно 2 штуки. Надрезаю вокруг, кручу, верчу, открываю, достаю косточку. Авокадо – это кладезь минеральных веществ, витаминов и микроэлементов. А еще ученые доказали, что авокадо является сильным афродизиаком, так что очень рекомендую проверить. Режу мякоть на небольшие кусочки. Лайм сначала я потру на терке для получения цедры. Цедра хороша содержанием большого количества эфирных масел. Салату она придает пикантность. Много цедры не нужно. Слегка. Теперь из лайма нужно очень хорошо выжать весь сок. Поливаю соком авокадо. Оно теперь не потемнеет. Все тщательно перемешиваю. Дальше я режу кубиками 2 помидора. Конечно, вкус салата зависит и от того, какие томаты мы выбрали. Нужно выбирать мясистые, ароматные сорта. Черри тоже очень хорошо подойдут. Теперь очередь красного лука. Мне он очень нравится, этот лук. Любое блюдо с ним становится аппетитнее. По сравнению с обычным репчатым луком, его вкус более тонкий и сладкий. Режу лук мелко. Выдавливаю один зубчик чеснока. Режу петрушку. В этот салат отлично подойдет кинза, но просто не все ее любят. Обязательно нужно посолить, солите по вкусу. Добавить 2 ложки оливкового масла. Перемешать. Остается накрыть салатник пленкой и дать постоять на столе минут 30. Я бы хотел, чтобы у тебя был комментарий, знаешь какой? Ну вот такой. Обязательно сделаю вот такой салат когда-нибудь. Ну вы поняли. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь. До новых встреч, друзья!